Навесной светодиодный светильник для небольшого аквариума 20-30 литров. Диоды ВРГБ, то есть всех цветов радуги. Белый, синий, красный, зеленый и, соответственно, с переключением. Делается белый, синий, отдельно цветной, красный, синий, зеленый и все вместе. Мощность, заявленная производителем, 12 Вт. Световой поток 1300 люмьен. Достаточно мощный. Ну, аквариум на 20-30 литров я бы поставил его, в принципе, без проблем. Крепеж для стекол до 6 мм, не более. На большой он не встанет, не растянется. Так вот он выглядит, вот так вот крепится на стекло. Выходные данные я сказал. Ну, неплохой светильник белого цвета, стильный, похож чем-то на акварелевский, но я так понимаю, гораздо ярче.